отца хочу поздравить. С таким сыном вырастил такого братца хорошо. Нелегкий был. В детстве нелегкий. А потом превратился. Ну, если бы был совсем легким, наверное, не был бы бойцом таким. Мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя. Буду просить папу, чтобы он не строго тебя наказывал, потому что все-таки главную задачу ты решил, ты выиграл, достойно и убедительно. Надеюсь, этот суд, который там сейчас идет, пройдет в нашу пользу. Что могу в этой связи сказать? Ну, мы понимаем, что делают специально, и папа понимает, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе года. Мы вот внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья. Здесь чего не происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких прыжков, чего бы ни происходило. В семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты. Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить. Не доводить, да. Я желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо.